Есть на одного босса. А у нас... А, ну давай раскидаем. Я сейчас тебе заберу онку или фрейзи. Я во фросте, если что. Да похуй. Ну ты же дамажишь? Нет, я танчу во фросте. Да похуй. А, подожди, ты здесь танкуешь. Заберу себе локал мэн. О, просто или... заебись, да? Настакаешь себе этот... Она кабается. Так, а вопрос, а кто больше дамажит? Поставь, Валера. Поставь, сука. Я раскидываю пати с коридаром. Пойди нахуй. Так, рога. А Монка, ты чё не на ханте? Могу на ханта залететь. Да как хочешь. Бля, ну гораздо было бы пизже с напулами. То сейчас я ехуёзно. А на ком ты, Монки? На шамане? Да как хочешь. На шамане. Шаман один. Ой, хант один, как хочешь, короче. Так, рога норм. Маг. Вроде норм. Нормальный маг. И хил. А, хилани засумали сейчас. А чё ты во фросте танкуешь, чё так все грустно? С каких пор ты перешел на такую сторону? Ну, как РБК начал фармить, перешел на фроста, и это охуенно. У тебя 2Т4 нету, что ли, на бладе? Есть. Ты хочешь сказать, что ты БДК не лучше, чем фрост? Да. Поставь, сука, сейчас поставь после этого. Я сейчас это ебанулся там. Поставь. Я тебе серьезно говорю. Я даже эту, блядь, чуму кровавую не раскидываю. Так, ну шаман нормальный. Сейчас я скину дискорд. Вообще охуенно, блядь. Я знаю, ты где-то пиздишь. Я тебе отвечаю. Я тебе говорю, где-то пиздёшь. Я попробовал Влада. Причем, ой, не Влада, нет, позавчера, наверное. Я позавчера. Там сначала два ханта в пати было, я все догадками терялся, то ли, блядь, агро АУЕ стало пизже из-за хантов, то ли все-таки фрост. В итоге вчера и сегодня я на пулу танчил, блять, вообще просто бомба. Приз, кинь ролл. Ну, выживаемый, в принципе, нахуй не нужна, потому что... Ну, значит, я хилом пойду. АУЕ агро топовая, соло агро тоже топовая, потому что у тебя импрувит ЛПшка. Ну, чё мне там не хватает? Чё мне наёбываете, блядь? То есть ты гибридный, у тебя один хуй ЛПшка прокачана. Ты чё, Эльдаров-то будешь раскидывать по пати? Кого? Эльдаров-то будем по пати раскидывать? А локал-то тоже, да, стал... Нет, я-то тоже Эльдар, ну. Поэтому меня к тебе тебя кинули. Это я затупил. Скалор не помню сколько. Давай. Валера, поставь. Пошли друидов двух. Там где чё ролить, писать куда-то вниз. Если вы фул, ну, на другой спек, то рольте. Но если вы фул одеты на действующий спек, которым вы идете. А кажу, у вас не хил или элем? Элем. Я хуё знаю, маг на дамаже. Я на шопе ролю, потому что мне приходится хилом идти. Сейчас напишу. Так, гангрена, как обычно, МП5, кабает кулаки, и я раздам каски. Я таки будет бунт. Ладно. Так. Ну, ты фулл ШП, да? Тебе посох на ШП? Не, на ДЦ он. Ну да, только и в ШП. Он и там бисовый СПД вставит. Понятно, понятное дело. Я не спорю. Так, ну и все вроде, да? Значит... Чё поставь, Валера? Поставь. Осколки, ну, блядь, у меня тут нихуя заклинаний нет. Ёбаных. Сейчас, секунду. Все, вот так вот. У нас там по дискорду по людям 25 человек. Все прочитали правила, что фласку нужно пить по-любому. Хотя бы алкаш, но иначе без лута. Потому что вопросы не задавали, где-то мой. Так, а че, ты еду ставил? Не, сейчас поставлю, кстати, блядь, где там банк. Давай я фласочек, пока сопротивлю. Опять возьму. Блядь.
ставлю, еду кушаем. Масло есть у кого с гильдии на СПД на грудах? Есть, кому, подойдите ко мне. На себя поставил звездочку. А можно СПД ДК сделать? 318 голды, спасибо, не за что. Что, кому? Подожди, сейчас я возьму тогда. Давай кидайте патик, кто хотел еще. Эй, я что это патик? Эридарка лучше. Не стесняются, видишь, он даже к стенке лицом упал. Так, что там по... А, ну 318 голды стоит, если что. Без заряда. Только три эридара или есть еще? Ну забей тогда, не хочешь, как хочешь. Не будем время тянуть. Что там по аддону? Где он, да, ебаный аддон? Я глянул, еду и все, а... Что там, проверка на стоя? Ты посмотрел, бля, я просто загасил эту ебаную проверку, вот он нашел. Да, держи. Ну, пейте. Ничего себе. Пейте сейчас на стоя, сейчас я тоже бахну. Вот это облом, блядь, халява. Ну, говори. Помажьте. Сейчас я все объясню быстренько, много времени не потратим на это. Танки. Валера, поставь на танков метки. На себя квадратик. На анфоле. Звездочку. И на мэтнере печеньку. Сейчас релот пока напишу. Грузится долго, пиздец. Все, два человека еще. Ой, без, бля, не фласок, тот, без фласок у меня пишет. Инди или Фтварлок. Значит, не мои проблемы, потом не ругайтесь. Да мне может перекула выпьет. И вот так вот, хорошо. Ну, как обычно, Валера, ты первых двух правых, Мэтнери ты короля, и ему дизарм кидаешь, и анфолин двоих тех. Вот, по хилам. Гангрена ты хилишь паладина всегда тераторку и кидаешь частицу на Unholy Frenzy. Все, это две твои цели, ты ни на что отвлекаешься, тупо оверхилишь их двоих. Тебе нужно постоянно в тераторку вкидывать свой хил. Дюша, тебе по-любому нужно тоже скидывать все хоты на тераторку. И подхиливаешь Мейтнери. То есть он твой основной на тебе Мейтнери, ну и рейтом по ситуации. Вот. И шаман, ты тоже постоянно хилишь тераторку. В принципе, на рейд тебе не надо. Давай, Дюша, ты на рейде посидишь, а шаман тогда тераторку похилит и мейтнери. Двое на тебе. Остальное мы на рейде посидим. Ну, я и Друль. Вот, так, по бабл сакрам. У нас что, паладинов? Три штуки. Кидают всего двое. Ну тогда я скажу, сначала кинет гангрена, а потом кинет кабаец. Валера, сначала прожмешь ты 50 на 50, потом я дам зубы, потом пойдем уже бабл сакра. Должен дожить. Ты выпил сапрот? Я, конечно, я и наручи переодел. Все поели, да, там еда тоже у всех есть. Бафы. Смотрите на бафы себя, проверка на бафы запускаю. Че нет? Приста бафа нет, да? Есть. Есть. А у нас ГЦ, да? Да. А, вижу, просто просел. Что друли баф, да, обновить. Все, хватает. Все вроде есть. Что лут поменяю. Ну все, Валера, подходи, начинай отсчет и поехали в Олма. Геру я скажу, когда Иршам даст Геру. Где ты, блядь? Все, поехали. Иршам, давай Геру. Вот все, хильте свои цели. Пожалуй, 50 на 50. Давай, давай. Тогда Коба после зубов сдавай. В мастер аур. Рано, 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 рано. Я не давай. Надо, ты че? Я тебе же сказал, что сделаю. Ты прогнулся тогда? Я скажу, когда. Валера, ты пиздец. Че? Бабу сакру гангрена кидай. Я сдох. Коба кидай. Дюша Бэби, подними гангрена. Или кто там умер? Кабаец, кабаец, подними. Кабаец. Все отлично. Скинешь бабл сакру, хотя отхилит кабайт, скидывай.
Метнерия прохиливайте. Шаман, старайся тоже его замечать. Все, добили? Хорош. Да. Поехали добивать. Все, доспехи не забывайте мактерить. Спех еще будет. Он холли не забываем, еще там накинуть. Ну, доспех-то наконец-то сорвал. Я не вижу, просто там не смотрю на самого чела. Инди, скинь БР врагу. Валера, заберешь слепоглаза, поставил на него метку потом. Никто не убегает бить оставшихся двух. Все стоят, ждут, танк приведет. Холи там, ты еще куда улетел? Все. Пошел вести. Давай. Ждем, стоим, приведут все. Бать, ты не умер на этом траве. Ей. Я еще забыл СС у тебя сказать дать. Гимноман. Угу. Угу. Метнерия держим. Ну, забавно это в чат срет тема. Что там, стамину? Давай дам стамину. Правильно, что срет? Иногда пригодится. Лучше отходите на кручение и впиздуйте дизарму, уже сколько раз на это подъебывались. Геру входит прямо перед дизармом, все. Ой, прямо перед кручением. Все, бежим туда, добиваем киглера, долбим. Шаманов не раскидали, ну ладно, хотя бы в трех пати есть. Когда к королю подойдем, шаманы поставить, это тем от страха. Шаман одного поменял, молясь, шаманов. Кто у нас? Ну что ты там? Кот ябучий, да? Да ёбаный хомяк там скоро от сердечного приступа умрет, блядь. Ой, Метнерия прохилем. Он что-то просел сильно. Ну, я пойду туда, если сейчас. Все, крутилки буду озвучивать. А сейчас будет крутилка, не идите, сейчас будет через 5 секунд. РДД только бейте. Подождите, лучше крутилка. Крутится, вертится. Блять, ты что, тупой, что ли, сука, а? Я ж тебе по-русски скажу. Ненавижу животных, блять. Зеркало, блять, посмотри. Блять, я там тебя увидеть могу, слушай. Если он про животных. Все, бьем вас. Знаешь, почему я выжил? Не почему. Иридар, конечно же. Сука, блядь, хомяк, ты здесь посидишь со мной, блядь. Я не знаю, взял бы хомяка, засунул на балкон. Но как раз... Виктор, 10 вот. Секунд. Экран, блядь, же видно. Ну, Вихрь, ну, 5 секунд, милики, отходите от него. Уже дизарм не дашь, отбегайте. Да, да, все равно. Хабаец, уходи. А, Фире бегал. Всех обсчитывал. Никто не должен умереть. Видите, метим вас. Это для дрона тиранный был. О, промах. Ну, да. Я
сейчас закрутится 5 секунд. Ну добивайте лов. Кто умрет, тот лов. Т4 такая, приста, медленно, наверное. Ребят, говно. Да, да что тут? В принципе, молотков нормально нападало. Ролите с меткостью пояс тканевый. Кому нужен? Медный рис. Хватай второго. Второго держи. Одного мне отдай, второго. Так, все. Можно даже не проверять. Так что все же пили. Давай, вот. Наручи и латные рольки с мастерством критой, силой. Сейчас, я пишу. Все, проебал. Сука. Так, где эскалор? Где под фласками я чекнул? Вначале, да я знаю, я поэтому даже не проверяю. Плечи, рольки, воин, жрец, друид. Один. О, 2 на 83, а Мейтнери уже... Да я не буду пиздить, а у Мейтнери же есть плечи. Я пижу или посмотрю? Я не могу немножко, ну давай посмотрим. Ты ебал, он же рядом стоит. Т9 у него плечо. Ну все, тогда Мейтнери. А, блядь, Инди, парольте Мейтнери, Инди, еще раз. Мейтнери выиграл. Мне надо на второй аспект, но я пиздить не буду. Мне как бы по сути на ШП здесь ничего не, такого я и нечего ролить. Потому что три нее могу и на хила все поролить. Отводим, отводим. Мейтнери, хватай второго. И отводим, отводим. Там еще один идет. Для ВК-25, то 4-4 вообще пушка. Танкуем. Потом пойдем еще ИГ-25, если кто-то хочет пойти, оставайтесь. После... Мейтнери, отверни от рейда. Ленин отвалился. Заходи сразу, чтобы не ждали тебя. Старайся же ты. Чё за хуйня? Все получают урон, только не танки. Показалось. Чё-то женулся просто. Трое получило урон. Ну он кливом ударил после чаржа. Вот этого одного добьем. Подожди, 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 пусть это идет нормально. Нихер нам. Че, мяу? Ну, в зависимости от того, кто ты, что ты имеет, конечно же. Он маг, по-моему. Конечно, у тебя нормально это 9. Это 4, конечно, получше, я не спорю. Это 9 нормально. Криту повышает от доспеха, по-моему. Что-то еще. Файру лучше. Так, Анхоли, давай так, тебе звезда. Хожу во сне. Ты. А, о, Монг, ты же как раз на шаманной энхе. Сядь на второго жреца. Играйте все в Громилу, череп. Чисто два человека сидят на костах. Да, ебаный шашлык, уйди от экрана. Мейтнери, порвешься опять на груле. Так, ну чё, Валера, ты на втором месте посидишь, то в тебя понапуливаем вообще все, что есть. Ну сначала, блять, маги дайте. Подель. Так, ставлю рыбу, кто умирал. Блять, кот, уйди нахуй, а. Рыбу поставил. Тогда нам нужно, чтобы милики это, малясь, перекурили и не сразу погнали дамажить. Спустя секунд 5, чтобы я успел хоть немножко набрать. Да наберешь. Что да не, не наберу. Говорю, милик отвалится, а потом БР придется тратить. Милик так отвалится. Да нет, я надеюсь, что нет. Слушай, а если брать... 23 РДД и 2 милика. Ну, все, он милика ударит во второго в любом случае. Так, сейчас я распределю, подождите. У тебя не будет бить вторую цель, только если у тебя 24 РДД. Ну, в смысле, 24 РНЖВК. Так, раз, два.
Два, пойдет. Два, три, да. А туда шаров много, конечно. Здесь я. Значит, Валеру нахуй. Сделаем. Ты там что распределяешь? Ты еще не называешь, что я Иридар? Ну, блядь, мне похуй. Я распределяю так, чтобы хилы везде были. Понял. Сильно муторно там будет сейчас, блядь, вот это все выискивать, так что насрать мне. Так, кто ставил вас по пати? Соответственно, ставлю вот черепок. Первая пати РДД стоит черепки, милики, пристягивание, бегают в черепок. Вторая пати крест. То же самое, РДД в кресте, милики туда мега. Третья пати луна. Четвертая пати трусы. Пятая пати ром. Все, РДД стоят в своих метках, какие пати соответствуют. Милики туда бегают. Выпал потолок, вывалился, чуть-чуть отошли, не нужно чужую метку забегать. Милики там метки, вам никакой не надо, просто уклоняйтесь. Вот, первая пати череп, еще раз, вторая пати крест, третья пати, что там, луна, четвертая трусы, пятая ром. Милики, не влетайте сейчас, подождите, просто не бейте. Вам танк скажет, когда можно бить, начните, иначе сорвете и просто умрете. По напулам сделаем... Пати, это Иридара у вас разве? Давай сейчас сделаем Иридара. Давайте сделаем по напулу так. Вы, Рок, Хантом, спокойно можете менять напул, или у вас там макрос только в одну цель? Или как вы вообще? Комфортно? Вам будет постоянно менять цель напула? В теории надо по очереди. Локалмен и Иридар. А он и так. Да. Так вот сделаем. Пати немножко поменял. Посмотрите, четвертая, пятая пати подвинулась. Да, блять, похую вообще. Просто перевиньтесь, кого я двинул, что-то пати, все. Насрать. Мы и без этого бафу убивали. Вот. Так, что я забыл сказать? По прожимкам я скажу на танков. На пулу давайте сначала так. Сначала все в вара. Мейтнери. Потом следующий на пул тут же в тираторку. И по очереди погнали чередовать. Там по игру я уже буду говорить по очереди. Я буду говорить, кого приоритет давать. Паладин или вар? Сделайте два варианта. Ты готов? Посмотрите, бафы, фласки, проверь, кинь проверку. Да? Все, отлично. Ну, она автоматически, только проверка. Заебись. Сначала, да. Да, сначала... вара. Первый на пул вара, потом в пала. И вара мейтнери. Печенька. Еще раз говорю, милики не бейте. Встаньте рядом, но не бейте. Даже не вставайте на РНЖ, подержитесь. Вам танк скажет, когда начинаете бить, чтобы вас не убило. Все, Валера, давай отчет, поехали. 5, 4, 3. Мейтнери готов? 1. Поехал. Все, РДД, можете бить пока. Милики, аккуратно. Сейчас отвалится кто-нибудь. Все нормально. Я набираю агро. Бейте милики. Все, милики, залетайте. Пока что в топе одни РДД. Не вижу вообще миликов. Это хорошо. Завал. Двигай его, Мейтнери. Под нами завал. И здесь завал, блядь. Ебать, крутим, вертим. Сейчас удар будет. Ага, разбегите свои метки. Мейтнери, я под левую ногу, ты под правую. Руку. Если что, вставай. Прожимки защитные, давайте. Заебись, меня так как убило. Мейтнери, возвращай его на место. Ликан, сдай БР в меня. Все, уже сдал. Отлично. Давайте бафа. Геру. Геру и бафа. Сдайте пора Камакафо. Где я нахуй оказался? Я потерялся, сука. Даю один на ману. Без маны вообще. Нет интереса. По эскалору дай, пожалуйста, сальву. Все, кинули, вижу маги, отлично. Ну, спасибо. По эскалору? Да, он был следующий после танка по игру. Ну, мне нужно, чтобы завал. Мейтнери, двигайся.
Да, тут и тут зал. Все, все, все. Кабаец, ты в лицо бьешь. А, да? Да. Правда, бывает. Так, остаемся пока что, не будем его вертеть. Если будет завал, перевернем. Завал в череп, осторожно, ман. Дар еще 40 секунд, так что немножко. Завал кончился. Там на пулы свои не забывайте отдавать, ребят. Хант и Рога. По КД. Удар земли 15 секунд. Мейтнери что-то подразваливается. Все. Сочетаем всех. Приготовились. Приготовимся. Разбежались свои метки. Осторожно, осторожно. Тупо телепортировался, да? Заебись. Нет, я вообще не нажимал. Меня не подкинуло, не притянуло. Блять, я один был в РНЖ, один. А, блять, Инди, сдай БР в мага. А, хожу, ой, блин, Дюша, сдай в меня БР. Сбегай потихонечку. Сейчас не вижу, где вы находитесь. Все, Дюша, бэйби, сходи до меня. Я в черепе. Я в черепе, давай. Посигналь по мини-карте, ёпта. Все, он уже нашел меня. Завал. Мейтнери завал. Отлично, возвращайся на свою позицию. Киньте бафы массово. Дал уже тебе. Эскалора, Коба, на Эскалора снова дай, пожалуйста, сальву. Мейтнерия поддерживать по максимальной ХП. Что тут раз он сложился внезапно очень. Сейчас под эту стяжку Мейтнерии нажмешь. Глухой. 50, да. Осторожно там завал, что-то умирает сильно. Все, ты валера урона получить не получаешь вообще. Ну, потому что у меня все в уклонение приходит. Мага, пить. Готовимся, удар земли скоро будет. Сколько там? 20 секунд. Десять секунд, да? Удар земли, готовимся. Раздаю щиты все. Я стянусь тебя тогда, Мейтнери. Я еще раз потом ручу дам. Они разбежались максимально. А, не было у тебя, понял. Я стянул с него, нормально все. Я понял, дал тебе зубы, прохиль тебя. По бабл сакрам готовимся, я скажу когда. Давай бабл сакру гангрена. Скинул? Не вижу. Есть. Кинул. Кабает, скинь баблсак. Не могу. Как только будет возможность, скинь сразу. Держим на фулах Мейтнери. Ну и ШВ прожал Мейтнери. Ну ладно, хуй с ним. Еще 5 секунд. Там все равно входящий урон поглощает. Ну все, хуйня осталась, добиваем. Протянет. Как ебнуло. Да. Я мне не могу ничего сделать. Да похуй, не развалюсь. Молодцы. Сейчас разрулю. Е, ебаный щит. Триня? Щит хоть раз падал. Голову рольте тканную, надо кому с меткости. Че не отдам, ты о чем? Дайте в шатрат.
Перчатки латные ролим с РП. Пиздил. Все, никому больше не нужны перчатки. По ножу ролим. Один разбойник шаман. Попробовать орлинуть. Все. Сейчас три. А зачем Геру отдали? Прожали. Да, катится. Все, поехали на Майкик. Кафласки еще 36 минут, нормально должно хватить. Фиг знает, еще 2 часа. Тонхоли, спекнешься в танках, поддержишь мобов. Пока... Да, пока до босса ползем. Всяко лучше трое, чем двое. Так просто комфортно. Ну, давай. Хорошо, я потанкую. Анхоли, ты же собирался вернуться в Анхоли, ПВЕ. Я же говорю, что-то я потестил депос, как-то все грустно по сравнению с Владом. Возможно, я не играешь, все надоедает, все грустно, все плохо. Нет, в смысле, у меня оверолл меньше на 1.5к, чем в Владе, и на бурсте меньше на 2к. Рано. Ты раньше в Анхоле столько же давал, сколько сейчас в Бладе. Я знаю. Но я был в Т9. Я подозреваю так, что Т4 говно для Анхоли. 4 Т4? Да. Угу. У тебя 4 Т4 сейчас? Да, у меня 4 Т4. Ну, за жетоны купил. Ты все дофармил, что ли, жетоны? Да. Есть подозрение, что... Че у тебя там, костяной щит повышает ДПС? Для ДК пи... Ну, в Бладе Т4 точно дохуя дает. А, я понял. Алеша, суманите меня. Я символы не поменял с Блада. Ой, с Анхоли на Блада. Понятное дело, что Фрост Т4, Т9. Никто не спорит. 4 Т4 Фрост, а сейчас залупа полная. Так я не знаю, я о том же говорю, я не знаю, зачем же собирают. Ну, типа, я прочитал бонусы Фроста в 4. Арго, бразилец, арго. Типа, что за говнище? Ладно, Хэнк. А бразилец, а ты сурф или ММ? Сейчас бы Монки с тобой посоревновался, если бы не был бы на шамане. У нас резко много энхов стало. Вам бить можно, просто не из пула. Чуть-чуть пришлось подождать. Конечно, и, блядь, мало урона. Да, я не спорю. Суманите меня, пожалуйста. А на БГ адекватных людей не бывает. Все начинают тянуть одеяло на свою сторону. А чё на буге? Вон, Дюша пишет. Поверь, Дюша, про тебя кто-нибудь точно так же говорит. Чё Дюша пишет? Дюша, про меня никто ничего не говорит. Да ты вообще конченый. Эридара сделал вместо Эридарки. Ебанутый. Да, блядь, я на буге тоже... Я на буге тоже... Похуй вообще на аватарку. На неё никто не смотрит. Чё, хоть один лог сюда прилетел? Летел. О, давай ты сейчас Mass Dispel въебешь. Ставь шкалков. Шкалов. Блок элемента, ставь шкаль. Ебать, смешно, пиздец. У, сука, плюсы, кого сумонить, алло.
Я вам сегодня тоже был, блядь, на БГ, и чувак пишет, блядь, 196 гир. Придите, встаньте, типа, на деф. Я говорю, ну иди встань на деф. Говорю, у тебя один, никакой пользы нету. Он такой смотрит ДПС мой и его, сравнивает, такой говорит, блядь, а ты, типа, немного надамажил, а тебя какая польза? Ну, блядь, о чем с этим долбоебом еще можно говорить? Когда просто чувак, блядь, почти 240 гиринов автоатаками запиздит, блядь, 200-го. Да. Он хвалит, ты там все сделал. Только пришло, да, спасибо. Но я ради интереса спекнул с ним. В смысле, ты просто переспекался в анхолика, чтобы потестить? Да. Все, все ну, тут. А какая разница? Вообще тут. Никого больше, а кого-то еще, да? Я еще, может быть... Аст Гавар я засумонить... Ты кто? Ты кто? В 25-ку еще пойду этим анхоликом. Чё, кто-то... Ну, короче говоря, не засуманился тут долететь. Ставлю метки, бейте точечно по меткам, выходите из дождя. Сейчас у меня получается хуёво ДПС был, потому что я силу не поменял. Я вчера вот эти... Холи, бери своего одного моба. Выходите из дождя. Бейте в метку. Нет, нету пока дождя. Если у меня ничего не бежит. Да нету, нету дождя. В случае чего бы рассказали. Сейчас только что был в РДД. А, вот, вот, вот. Вот и милики. Выходим, давай, выходим. Давай. Ебать, порвались. Следующую метку поставил. Холли, забери одну... А, Мейтнери, забери моего. Следующую метку поставил, дождя. Да. Все хорошо. Милики... Да, когда один дождь, можно не убегать, хилы справятся. Ну ебать, да. Продамаживает, ты чё? Один хуйню сносит. Да так, не, она две-три. Следующие пометки, Валера, тащи ещё. Да они сами идут. Да, блядь, никто не... Ну один. Ну и чё, нам много надо, что ли? Вы сейчас пиздане... Санхоли, ты сейчас вайпнешь, по сути, сейчас 6 человек будет. Это же не люди. 3 только. Да пока ну, доведёшь... Ещё... Всё. Блядь, в следующую метку. Мама, нам пизда. Мелики. Давай я прожмусь нахуй. Массакру сдам. Метки ставлю, забивайте. Так, я погоду с той стороны, пока притащу, бейте. Давай, давай. Добиваем налево. Дождя выходим. Он холи можешь возвращаться в свой пеки. Ну прям сейчас время было. Ну если справишься, то спекайся. Все пусто. И фига. Да, хорошо. Че, я на боссе, я могу отойти, пока ты расскажешь тактику. Хорошо. И ставишь кубы. Там все, больше ничего не осталось, да, проверю. Так.
Кто хочет на кубы, киньте плюс. Бля, андед пират. Еще? Все? Вот, Нерри, ты же хотел на куб. Думайте, пока я метки ставлю, кто еще хочет, вам назначу сам. Что, никто не захотел? Окей. Сузука, стоишь на ромбе, я тебе дал ромб, чтоб ты не забыл. Шомин, стоишь на луне, дал тебе луну. Так, кто у нас сейчас, я посмотрю, кто будет. Блять, Индия, тоже на кубе постоишь. Где вот он ты? Дал тебе трусы, стоишь на трусе. Так, кто, блядь, еще? Кого я хочу? Блять, маг Дайкт, тоже стоишь на кубе. Твоя звездочка. Нет, давай твой крест. Надо. И на это плохой, не ходи в рейды. Так не пойдет. Понял. Научишься, я все объясню. Все не умеют, как только их просишь встать. И давай, не знаю, блядь. Мэтнери постоит, ладно, похуй. Мэтнери, что у тебя? У тебя, блядь, что там осталось? Тебя звездочка. Потом. Может, лучше не будешь ставить людей или крайне неуверенных, или у тех, у кого интернет лагает, как они говорят. Ну, блядь, вот как объясни мне тогда ходить в рейды, если у людей лагает интернет? Ну. Никто не узнает, что у меня лагает, пока они дадут ответственную роль, да? Не знаю. Ну, вот и я о том же. Так, короче, кто не стал никогда на кубе? Начнется бой... Сначала будут мобы, бьем мобов, как обычно, все дела, боссы, когда начнется бой с боссом самим. Вы никуда не бегаете бить босса, вы стоите рядом со своим кубом. На вас метка этого куба. Вот. Стоите и ждете, когда вам скажут зайти на платформу. Я говорю, зашли на платформу, никто не тыкает куб, просто зашли вот так вот, встали. На него, когда наводишь на куб, на нем шестеренка появляется. Поставил метки на тебя, маг, в том числе, ты на кубе стоишь. Вот. Подошли к кубу и ждем, стоим. Босса взяли в таргет, лучше запомните его еще. Он начал каст, вы нажали куб. Не нужно отпускать куб, двигаться не нужно, иначе собьется у вас каст. Пока все не нажмут куб, каст у босса не собьется. И не нужно отпускать, ждите, вас будут хилить. Если ваш хп падает меньше половины, когда вы нажмете куб, у вас снимается хп. Тогда уже отпускаете. Если все ок, вас хилят, держите до талого. Вот. Все, продержали куб, сбился каст, закончилось все. Вышли с платформы, стоите рядом, ждете. Там около 40 секунд проходит. Он опять говорит, подошли. Не будет прям секунда в секунду говориться. Я примерно буду говорить, подошли, ждем каст. Все, стоим, ждем каст. И когда босс кастует, нажимаем шестеренки. И куб активируется, вы сбиваете каст, все вместе прожали. Был, да, мы на мобов сольем был, на всякий случай. Вот. Итак, постоянно нужно будет нажимать. На 30% я скажу типа 100 босса, например, если не будем успевать. Отошли всех к стенкам, осыпался потолок, потом подошли, начали дальше бить. Все по дороге скажу. Больше особо ничего не надо вам знать. По кастам. Сейчас назначу людей, кто сбивает касты, скажу метки, вы запомните. Анхоли сбиваешь с луны. Сейчас бро.
Нет, Шесбро сбиваешь с луны, Анхоли сбиваешь с трусов. Да, блядь, сейчас. Чесмен, шаман, ты сбиваешь с креста. Киньте плюсик, кому я сказал, что вы услышали. Анхоли, ты слышал? Да. С трусов сбиваешь, отлично. Хожу во сне, сбиваешь с звездочки. Слышал? Да-да-да. И с основной цели, которым будем бить с ромбика, сбивает... Блин, да все позбиваем, там неважно, кто, все тыкаем. Ну, бугага, будет на тебе. Если вдруг никто не ткнет, ты должен по-любому ткнуть. Не сбиваем каст. Босса танчит паладин тераторка. Каст не сбивайте хила, сбивайте только стрел. Все, рыбу ставлю, кто умирал, кушайте. А рыба кушаем. Только не хватает на тебе дана маги. Два лоха. А, ну, плохо, кушаем. Бра, удобная тема, на самом деле. Все, все поели, посмотрите баф свои. Да, удобная хуйня. Словенин живой. Заходите внутрь инста все. И вас может Ферея выкинуть куда-то в очко, поэтому не нужно стоять со стороны решетки. У нас в Фире много раз уже за решетку выбегали. Ну, Словенина ждем. По прожимкам всяких там бомжей и фирам я буду говорить. Ну, присты как появились, только големы сразу можете фир скидывать, локи тоже. По бомжам я скажу. Я забежал. Словенин, ты тут? Кинь плюсик, да. Если тут. Да, он забежал. Сюда. Я видел, что забежал, но он не слышал. Словенин, алло, слышишь? Плюс чат. Просто напиши. А, у него Дискорд, видимо, ебланик. Ну, хуёво, чё. Ладно, давай объясню тогда. Всё. Бля, по танкам не распределил. Валера, забираешь луну, трусы и ромб. Мэтт Нерри, забираешь звездочку и крест. Все, давай отсчет, Валера, и поехали. 5, 4, заливаем, по меткам я буду ставить. 2, точно, не надо массой бить. Все, поехали. Дайте Геру. Заливаем в метку. Медленно заливаем очень. Это добьете, поставил следующую. Давай, бомжи, Анхоли. Даю. Че, вы их сведите в одну кучу? Сейчас сюда. Хорошо. Бух, давай, бомжей. Добьете, следующую метку поставил. Сзади вас. Фиры не забывайте скидывать. В принципе, можете уже не скидывать, они урон мало наносят. Там уже мало умирает. В общем, добивайте все оставшиеся, метки уже не буду ставить. Что вообще уже просто, они как будто понерфили, знаешь. Забираю Мэтт Нерри, забираю мобов. Они сейчас по рейду пойдут. Кабать, осторожно, так может и отвалиться хлебало. Все, что там начало босса, через сколько? 25 секунд еще. Вставайте на позиции, на ком метки, вставайте близко к своим кубам. Не заходите на платформу, стойте рядом. Если я сейчас Долоран прыгну, успеете засуманить? Нет. Не надо. Боже. 10 секунд активация босса. Шаман, который хил, стоит на ромбе. Подхиливая и скинь там, поты кинь, я не знаю, там, по себе перед тем, как нажимать. Ну, очевидно. Чтобы тебя не пришлось щит на себя и поты. Поты.
Мелики норм стоите? Или еще довернуть? Я еще пробегу, сейчас щиты дам. Вот Нери встал на свое место, вижу, встал. Все, на пулы сдайте, пожалуйста, Рок Хант. Вот, смотрю, Хант вообще рвет. До креста не достающий, да? Ничего страшного. Спасибо. 18 секунд до кастом босса. Подошли к платформе, 6 секунд. Подошли к кубу, кубу подошли. Стоим, ждем каст. Ждем, нажали. Отлично, молодцы. Инди хили. Шамана хили. Шамана Инди я буду хилить. Все, отошли с платформы. Скучный босс. Так-то да. Местами да. Семнадцать секунд. Да, вспышек. Сейчас щиты раздам с бега. Говорят, не раздам. Подошли к платформам после отталкивания. Подошли к кубам. Все нажали. Отлично, хилю. Шамана Индия хилю. Все, красавчики. Даже двух шаманов по Индии хилю. 50% у босса, еще продолжаем бить. Да, еще успеет разочку. Рогу подхиливать, который поймал. Бэби, встань со стороны, где у нас стоит крест и звездочка, чтобы подхиливать тоже. Ага, спасибо. Готовимся, 10 секунд, подошли к кубам. У меня частички нет. Нажали. Красавчики. Хилю вас. Отошли. Лучший геймплей. Mm-hmm. Ну, сейчас успеем перевести его до следующей вспышки. Домашний сильнее. Прохилите танк. Прохилите танк. Что такое? Сильно просил, нормально. 25 секунд, чтобы до 30% довести. В принципе, успеваем. 31%. Сейчас вал начнется, нужно будет вжаться в стены, поражать все защитные способности, я скажу. Вжались в стены. Ждем. Да, сейчас и каст будет скоро. Прожали защитку. Прожали все, что у вас есть защитку. После этого, после стана, сразу же к кубам. Ну что он так долго? Все, к кубам бежим. Кто стоит на них? Стоим, каст нажали. Хорошо, похиливаюсь. Ну, точно урон увеличен, гарантированно. Значит, все. Я соло цель уже молотком. В типе, да, уложились. Еще чуть-чуть, блядь, не успели бы кубы нажать. Да.
Том, всех видишь? На период, когда это, заметь, кубы нажимают, рейд переваливает за 10 кдпс легко. Да и так там много кого за 10. Ну так, в целом, девятка идет. Так, у меня слетела эта хуйня, я буду примерно вам говорить, когда подбежать. Подходите к платформе, вставайте рядом с кубом, но не жмите, где-то через секунд 10 должно быть. Да вон, а, ну все равно постойте лучше. Один раз еще нужно будет нажать. Пытается прохиливать. Все, внимательно. Гавар дамажится или нет? Дамажа. Внимательно смотрите, сейчас будет это. Что-то где-то на дне, по-моему, даже не видно, кто есть. Нажали. Отлично, прохиливаю. Бать у него. Все, красавчики. Ну, щит, триня. Блять, когда триня? Грудак, Сочи. Да, пацаны, подарите мне щит, грудак. Подарите мне, пожалуйста, грудак. Рольте мешок с самоцветами. Все. Я 4-4 активирую. Все пароли. Ты сейчас красную кнопку нажал, да, на доспех? Так. Сумку на 20 слотов рольте. Яшму. Одна еще, блядь. Я сегодня за это паралял кошель ювелира достал, потом сердолет. Приятно. Спасибо. Да, отлично. Голову рольте, с нее 245 кольца можно помаять. А че ББ аж бух? Ты не идешь в ИГ-25? 6. Просто, блядь, топовый ролик. Нет, не иду, мне надо идти. Ну ладно, удачи тебе. Так, давайте, парни, пока. Пока. Я наконец-то кольцо поменяю, блять. Так. Щит рольте с интой. Ну там, что, венгрема. Все, больше никому не нужно. Шизука забрала. Оли, блять, вот ты гонишь, что ли, вообще? Ты взял ролл, просрал сейчас. Пизда. Хилы рольте, глаз. Бля. Охуеть, я 100 лет столько не выбрасывал. Ну, он дам на ДЦ заебись. На рестер шамана пушка просто. Я не буду забирать. Так, чё? Так, Саня, ты сотку выкинул? Сейчас я должен сотку выкинуть, по идее. Он ролил на ШП шел. Да, я на ШП. Воет спиритус, он в последний. Ебаный кот, сука, заебал ты шкрябать, иди нахуй.